Вообще прикольно, это типа Гоги, это Орландо Блум, вот этот хрен. Но вот этот кто, я-то не знаю, потому что на бомжа он не похож. И на других что-то не очень. Он единственный похож на того, бля, царя, который в запое 3 дня, блин. Вернее, 3 года сидел. Ну, чуть-чуть, может быть, и все. Вот так вот проходят РПГхи. Настоящие геймеры. Видите, это сверхскоростное прохождение РПГ, блять. Так. Ага, надо просто был тупо 5-й пункт нажать. Но получилось very funny зарисовочка. Эх, эти РПГ такие РПГ, а. Вот чик с модельной внешностью дерется с 2 пиратами. Она их пытается гасить кулаками. Не очень понятно, как вообще драться. Я пытаюсь на нем кликать, но она, блядь, куда-то не туда бежит. Что тут неожиданное развитие событий. В том смысле, что я хотел вам показать, как ее тычут ножиком, а ей похуй. Она даже кулаками не хуярит. Это что, типа ей, что ли, по башке так дали нормально? Не кисло. Ну вот вам пример про круглые колеса. Как мы видим, бочки особой круглостью не отличаются. Можем посчитать, сколько линий тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть видим, окружность воспроизведена при помощи 12 линий. Здесь тормоза уже появились. Без фрапса 20-ку всего лишь выдает, что, как мы понимаем, не шибко много. Мне-то, конечно, достаточно, но учитывая уровень графики, неприятно, честно говоря. Мельницы, конечно, зачетно выглядят, что и говорить. Вон там кораблик поплыл, блин, живописно. Лодочка там, рыбачки, живописно. Вот тут хуярим, тут все тормозит. По поводу пола я высказываться не буду, мы и так все видим. Как, блядь, в контре дохуя ящиков различных, за которыми, видимо, можно прятаться теоретически. Но я не знаю, на какую тут кнопку нажать, чтобы спрятаться. А в меню в ламы заходить, честно говоря. Ебать, навалили, а. Интересно знать, какое у этого логическое объяснение. Тут, блядь, порт, что ли, нахуй, разгрузочный. Тогда я не вижу кранов. Конечно, это можно заразить, что раньше кранов не было, и они все вручную хуярили. Обратите внимание на этот балкончик. В нем нет перил. То есть ты так, блядь, выходишь и падаешь нахуй просто. В игре обнаружены курицы. Впрочем, их интерактивность на нуле. Их нельзя убить, съесть. Она пробегает сквозь них. Тем не менее, они есть. О, бля, даже есть коняшка. Прикиньте. Коняшка, коняшка. Лошадь уебашка. Пиздец, первая игра, где такой есть забавный козел. Нигде не видел таких козлов. Забавных козлов. Криворогих. У него, блядь, еще даже колокольчик на шее, который дергается, когда он стоит. Ебать, он интеллектуальный, а? Смотрите, как он огибает барышню. Смотри, скачай! Блядь! Ебанулся, да? Борис, скачай, Борис! Ну, ушел нахуй! Иди нахуй! Это пиздец какой-то! Да не бля! Да
Да ёбана глаза повыбивает, нахуй. Охуеть! Ну это пиздец какой-то. И он у него, видите, он у него трясется. Ну-ка, если отойти, он чё, поскачет вперед? Блять, жаль, нельзя по жопе пинуть. Да заебал ты уже ухо чесать, кстати, они так разве чешут? Хз, бля. По-моему, это удел котов так чесать. Ну-ка, блять, обогнет. Огибает, сука, ты смотри, а. А вот этот завис. Видимо, блядь, тренажер купил, нахуй, беговую дорожку. Тренируется. Блядь, тоже чесаться начал. Блядь, ну что-то вообще неинтересная, унылая игра. Потому что, если меня спросят, ты чё, в чё будешь играть? В Готику 4, в 2 мира 2? Или вот в эту штукенцию, то я скажу, только, блядь, не в эту, нахуй. Что угодно, только вот не в эту, пожалуйста, спасите меня. Не хочу в нее играть вообще никак. Мама, помоги мне! Мама! Это как президент. Мама, помоги мне! Тот же Два мира, блин, на три главы лучше. Ну и Готик тоже. Ну тут вопрос спорный, кто скажет, что Два мира круче, блять. А Готиков фуфил кто-то еще как-то скажет. Но суть в том, что вот эта игрушка не катит. Она, может быть, прокатит у кого компы слабые, хотя вот тут вот в городе, в общем, даже у меня нехил так тормозит. Что уж говорить про тех, у кого там, не знаю, более слабые видюхи и так далее. Картинка, конечно, позитивная именно по гамме цветовой, то есть... Зелененькая пиздата. Ну, блять, тут даже присматриваться не надо. Тут, ебать, прошлый век на дворе, а? Просто вообще никакого интереса нет играть в игру, вот реально. Все эти домики мы уже видали в Обливионе нахер. Травку видали, где ее только не видали. Прыгнуть нельзя. Ну или можно, но на какую-то непонятную кнопку мне даже неохота смотреть, можно или нельзя. Потому что, блядь, всю жизнь прыжок на пробеле был. Короче, игра рекомендована к удалению. Даже оценки ставить не буду. Это, в общем, бессмысленно достаточно. До новых встреч.